Пермские власти рассказали, что делать при положительном тесте на коронавирус. Если исследование проводилось в частной лаборатории, то о положительном результате необходимо сообщить в поликлинику, уведомить работодателя или образовательное учреждение в случае, если речь идет о школьнике или студенте. Сам человек должен полностью самоизолироваться дома. Нельзя выходить даже в магазин. Купить продукты или лекарства необходимо попросить родственников, друзей или волонтеров. Заболевший должен вызвать врача, неотложку или скорую. В случае, если тест проводился по назначению врача из поликлиники или стационара, то лаборатория сама передаст его результат в больницу, а та оповестит Роспотребнадзор. Специалисты ведомства установят круг контактных лиц дома и на работе. Их тестирование проводится на 8-й-10-й день с момента контакта с заболевшим.